На митинг уже отреагировали чиновники. По мнению главы Минсельхоза Максима Чекусова, люди, вышедшие с плакатами на Театральную площадь, проблему преувеличивают. Вот я взял газету Ширококольского района, последнюю. Там 20 объявлений о том, что вот эти перекупщики, извините меня, готовы покупать любой скот и даже падеж забирают. Понимаете? Вот прочитайте эту газету, там все это написано. Вот. И я не уверен, что это те люди или те компании, которые все сделают цивилизованно. Есть мобильные бойни. Те люди, которые сегодня вышли на митинг, имеют устойчивый бизнес, который измеряется в приличных цифрах. Вот. Поэтому необходимо все-таки где-то вкладываться. Дикого рынка в ближайшее время не будет.